Тягилевском посту ДПС бывало всякое, но чаще сотрудники останавливают водителей. В этот раз понервничать пришлось им самим. К экстренным родам их не готовили, признаются старший лейтенант полиции Дмитрий Зубков и лейтенант Алексей Петриков. На работе эмоциям не место. Кажется, они только с вопросами прессы поняли, что стали первыми в Рязанской области, кто прямо на посту принял участие в появлении на свет новой жизни. Примерно где-то часов 5 вечера со стороны Москвы подъехал белый газель. Ко мне подбежал мужчина и сказал, что у меня рожает жена. Не могли мы побыстрее вызвать скорую? После чего я позвонил на пост старшему поста Зубкову Дмитрию Николаевичу, попросил его побыстрее скорую сюда пришлите. Все, после чего машина газель, значит, подъехала сюда на пост, непосредственно на посту здесь все это происходило. Где и произошли женщины, где и родила мальчика. Больше всех в этой ситуации перенервничал папа младенца, но держался молодцом. Мамочку сотрудники ДПС укрыли светоотражающим жилетом. По словам счастливой мамы, родившийся малыш уже четвертый ребенок в семье. Если верить в приметы, свою профессию он уже выбрал.